Ребята, всем привет! Сегодня у нас выходной, вообще суббота, адская жара, 35 градусов. Но нам скучно сидеть дома. И хотели сегодня заняться гаражом, но не получается. Сегодня лучше спустимся в тенечек и поработаем в свое удовольствие, попилим металл. А многие нам в комментариях написали, что, ребят, спускайтесь и пилите. Так что мы спустимся и попилим. Может быть, еще что-то найдем. Сегодня мы так основательно подготовились. Пилить будем обычной болгаркой сетевой. Здесь вот у нас с этой стороны есть розетки на каждом гараже. Так что мы подключим, кинем переносочку туда и все. Взяли водичку и взяли под мелочевку вот такую бодейку. Там разные болты, если найдем, будем скидывать все туда. Ну, что еще скажу, почему все у нас это дело так сохранилось? Но, скорее всего, из-за того, что сюда очень трудно, затрудненный доступ сюда. И простой смертный сюда просто не попадает. С той стороны входа нету, с той стороны тоже нету. И единственный вход сюда только через крышу. Может, есть самый конец. Здесь есть трубы. Единственное, что мы сегодня ограничены болгаркой. Мы забыли зарядить все аккумуляторы. Не думали, что мы в субботу куда-то поедем. Так что у нас сегодня только сетевая. Но все равно уже кое-что нашли. Есть у нас вот три полосочки железных, ведро, вон там капот. Его, конечно, будет проблематично протащить вон в ту дырку, но мы постараемся. И вон там стоит у нас еще металл. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Металл даже наш похож на деловой. Но мы его со мной использовать не будем. Мы его, скорее всего, сдадим. А капот уже вынесли. Вот в этой кучке покопались. Нашли вот еще металл. Скорее всего, он был в свое время новый. Это какая-то часть от кузова. Помню, внутренняя, задние подкрылки, что ли. Ведро еще. Тут мелочевка. Сейчас попробуем поднять вот эту дверь. Никак не можем вытащить этот металл листовой. Сейчас он здесь засунут. Скорее всего, вот эта крыша лежит на этом металле. Но посмотрим, если не пойдет. У нас там есть еще металл в свободном доступе. Так что не будем заморачиваться. Настолько тихое и уединенное здесь место. Даже вот три раза проходили, не видели. Вырос гриб у нас, сыроежка. Ну, давно-давно здесь людей не было. Вот валяются какие-то банки здесь, находятся. Ну, все, 2002 год там. Ну, даже 96-го попадались. А много таких труб. Они торчат. И, в общем-то, эти трубы, это было в свое время основание низы гаражей. И вот за это время стоянки, наверное, где-то лет 40. Вот насколько они ушли в землю. Соответственно, забор тоже насколько уже ушел в землю. Ставили, когда он был нормальный. А сейчас уже вот у нас, ну, где-то, наверное, на 30-40 сантиметров уже все это дело выросло. Поисками, в принципе, мы закончили. Вот набралась у нас там кучка. Сейчас, наверное, будем пилить вот этот металл. В свое время это была крыша подсобки. То есть подсобка, она была где-то вот, наверное, вот такого размера. И она была с крышей. Но когда я уже видел, 3 года назад, крыша уже рухнула. И все это валялось уже под крышу. Вот этот кусок крыши. Распилим сейчас уголок. Покомпактнее сложим весь этот металл, чтобы нам было удобнее его поднять наверх. Оторвали. Вот здесь смотрю, ищу, где лежит или металл, или какой-то пластик. Скорее всего, это какая-то часть от двери. Да. Передняя дверь, водительская.
от шестерки, даже скорее всего, наверное, от трешки, потому что это цвет липа. В свое время трешки красили в такой цвет. Ну, много такой мелочевки пиленой. Тоже все собираем. Этот у нас кладет бутылочку. Бутылочка у нас уже практически наполовину заполнена мелочевкой. Тут куда ни копнешь, какие-то полоски, полоски. Вот еще что-то пиленное. Курочка по зернышку собирает, как говорится. Тут у нас какие-то еще доски. Доски еще. Я даже не знаю, вообще когда-нибудь можно здесь докопаться. До дна. Вот еще уголочки. Вот, кусочек арматуры. Ну, идет у нас процесс. Еще что-то. Куча просто этих полосок. Бочоночек из-под пива Факс. Был когда-то. О, хороший масляный. Виктор. Так, вот у нас еще какой-то тут кусок кабеля. Так. Вот это интересно. Даже могу выдернуть. Так, сейчас возьмем, наверное, лопатку. Попробуем вдвоем дернуть. Я даже могу просто выдернуть. Целая банка даже гудрона. Тот, видать, заливал. Смотрю, он идет под забор. В общем, нужны вторые руки. Сейчас попробуем вдвоем дернуть, раскопать. А прошли по забору, подозреваем, что этот кабель идет вдоль забора, но опять непонятно, то ли это метрошный кабель, остатки, то ли это кабель в свое время тащили на автосервис, так как здесь был автосервис для подъемника 380. Хотелось бы, конечно, его вытащить полностью нормально, но не знаю, получится или нет. Там мы посмотрели, есть две петли, которые уходят под забор, и они намертво уже забор на них опустился. Мы же их, скорее всего, не откопаем. Скорее всего, просто обрежем и все. Но здесь раскопали. Вот здесь он уходит под забор. Обрезали. Кто помнит такие бутылочки? Смирнов, водочка, пляжки. Все наследие 90-х. Жалко, конечно, пилить такой кабель. Его можно было бы реально продать. Придется кусками. А тут я даже вообще не знаю, что делать, как выдергивать. Тут не копать ничего не удобно. Ребят, жара адская, реально. Здесь у нас тень, но градусов, наверное, 30, может быть, 32. Вы просто все мокрые. Еще приходится пилить, а в куртке пилить неудобно. Потому что вообще уже просто жара. Вот и все такие грязные. Но я думаю, что не зазря мы это все делаем. Вот нашли кучу таких решеток. Вот там мы нашли крышу. Кто-то хотел сделать, не знаю, какой-то спортивный автомобиль, что ли. Типа Opel, Monza. Что-то такое с решетками.
непонятная, но по каким-то причинам он даже не доделал. Вот. Здесь вот еще одна такая, и там вот пластиковая крыша. Все это разбросано по всей стоянке где-то в метрах 60. Ну, очень много вопросов, очень много вопросов. А половину подняли металла уже наверх. Ну, наверное, килограмм 80, уже не особо здесь много всего. В основном гнилуха, но вот единственный металл здесь нормальный. Долго провозились с кабелем, выдернули его, но не знаю, насколько получилось, может быть, ну, может, на 5, на 7 тысяч. В принципе, метраж вроде неплохой получился. Разобрали вот эти две стенки. Ну, сварка уже старая, в принципе, разбирается все руками. На болгарке практически не пилим. Сегодня была сумасшедшая жара, а сейчас все затянуло тучами. Пришла смс-очка от хваленого МЧС, чтобы сегодня будет дождик с грозой. Так что мы спешили. Мы, честно говоря, уже не до съемок было. Быстрее поднять, потому что не хотелось там сидеть под дождем. Все скинули. Вот такая куча у нас получилась. Вот у нас 3-4 списанки здесь. Кабелей. Сразу их связали там стяжками, потому что неудобно их поднимать. Сейчас будем все это дело грузить в машину. Ребят, как всегда, информация к размышлению. А кто знает, от чего вот такая вот фигурная штука? Пишите. Это может быть где-то в районе КПП стоит или борода какая-то у консоли. Ну сколько раз мы туда спускаемся, каждый раз находим что-то новое. Уже думали, ну все, вот уже ничего невозможно найти. Еще кабеля нашли там. Блин, я не удивлюсь, если мы еще раз спустимся, еще раз что-то найдем. Профиля очень тяжелые. Реально это, наверное, ну трешка или четверка. Один, наверное, килограмм 10. Раньше металл никто не экономил, это сейчас 1,5-2 миллиметра, а раньше четверка, трешка была. Вот она сколько пролежала, ее почистить, еще в ход можно пустить. А современный металл 2-3 года и уже лишнее. Продолжается наша охота за металлом. Пошел ливень, мы его переждали, перекусили, и у нас еще есть одно место, где у нас остался металл, мы тоже его решили допилить. Но почему допилить? Да потому что будут менять этот забор, и его просто заберут. Забор уже, видите, врос уже практически на метр. Депо открыли это в 79-м году, но я так понимаю, что забор-то еще раньше поставили, когда все это дело строили, то есть уже прошло практически 40 лет. Сейчас я вам покажу, что нам еще осталось сегодня приходовать. Вот остатки гаража, который не достроили. Тут где-то, наверное, 3 метра. И хороший тавр у нас лежит внизу. Так что сейчас мы все это дело распилим помельче. Посмотрим, металл, может быть, какой-то оставим себе. Тут металл довольно-таки неплохой. Да, может быть, и профиль тоже заберем и положим к себе на склад. Вчера, как бы мы не хотели все это дело попилить, у нас вчера ничего не получилось. Зарядил дождик, мы сюда приехали, просидели 1,5 часа и так ни с чем уехали. Сегодня у нас воскресенье, и мы сегодня решили не сидеть дома, опять тупо попилить и заработать денежек, да? А приехали уже, немножко мы попилили, оторвали этот лист. Здесь у нас еще профиль. А что еще? Ну, у нас здесь очень опасно работать. Вот там мы работали нормально за гаражами. А здесь реально одни мины. Мы вчера уже нахватали этих мин. А сегодня прямо ходим просто реально на ощупь. Так что ставим один круг. И как раз вы увидите, насколько нам его хватит. Рентабельно пилить такие листы или нет. Круг новый вот стоит.
А пилим, вот у нас есть такая болгарочка сетевая, аккумуляторную мы не используем. Реально очень хорошая болгарка, очень мощная, очень маленькая. Две виброручки здесь есть, очень удобно. И очень легко, можно даже работать одной рукой. Так что начинаем пилить. Металл здесь у нас 2,5 миллиметра. До конца там мы же уже сейчас будем подпиливать и откапывать. Вот, в общем-то, истратили мы, наверное, около 1 сантиметра. Один лист у нас уже упал, но единственное, что он держится, мы там не допилили, буквально, наверное, сантиметров 5. И болгаркой мы туда не подлезем. Поэтому сейчас подвяжем просто все дело сварочкой и все. Хорошо, когда сварочный аппарат такой маленький и легкий. Принес, включил и погнал. Это от трешки очко одно. Ну вот сегодняшний наш улов. Честно говоря, даже не знаю, что здесь вести на приемку. Весь металл деловой, который можно использовать. Но если только этот профиль корявый, уголки нормальные. Вот здесь сейчас померим, если есть 3 метра, то мы оставим на порог для гаража. Скорее всего, будет так, потому что 1 метр такого тавра стоит, наверное, где-то рублей 300. То есть здесь уже косарь. И наши 2 листа, мы их реально еле-еле вытащили вдвоем, употели. Вот этот лист, он и неудобный, и там деревья, все вот это такое вот перекопанное, еле вытащили. Лист практически целиковый. Сдавать мы его не будем, мы будем из него делать доборы для гаража. Такой лист стоит, ну если новый, ну наверное где-то, если двушка стоит 2000 у нас в Москве, то такой лист, наверное, где-то 1000-2500, и вот еще от него кусок. День прошел не зря, мы все разгрузили, некогда было снимать, честно говоря, пока разгрузка. Получилось у нас 235 килограмм, и по денежкам это вышло на 2650. Едем опять на стоянку, чтобы день прошел не зря, еще что-нибудь поделаем. Мы с вами прощаемся. Всем, кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.